123 солдата, которые считались пропавшими во время войны, были преданы земле на Толмачевском кладбище 28 апреля. Их останки найдены поисковиками отряда «Память» в районе деревни Красные Горы. Панихиду по погибшим отслужил иерей Гринько Павел. И своя, как сказал Иисус Христос, нету больше той благодати, если кто душу свою положит за други своя. И они действительно положили свою душу ради того, чтобы мы сегодня с вами могли собраться и такой соборной молитвой, службой совершить по ним поминовение. В захоронении принимали участие заместитель главы администрации Лужского района Марс Султанов, руководители Толмачевского городского поселения, председатель Совета ветеранов Лужского района Леонид Кабанов и староста деревни Красные Горы Дмитрий Пицентий. Самое главное в этой жизни – это память. Это память, вот эти бойцы положили в своей жизни, чтобы мы жили. Помнили, не забывали. И это наш долг. Также на мероприятии присутствовали учащиеся 3-й, 2-й Володарской и Толмачевской школ, военнослужащие Лужского гарнизона, представители детско-юношеского военного патриотического движения «Юнармия» и местные жители. Мы сюда приехали на перезахоронение героев Великой Отечественной войны. Я считаю, то, что это все полезно для нынешнего поколения, чтобы следующему поколению передать всю эту память о героях. Ополченцы, лужане, балтийцы, солдаты, вашей кровью полита земля. Здесь стояли вы насмерть, геройски, когда-то. И забыть нам об этом нельзя. На захоронении погибшим бойцам были отданы гражданские и воинские почести.